Сбербанк и Белгородская область будут работать над продвижением экологических проектов. Такое решение было принято сегодня на официальной встрече руководства регионального правительства и первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина. Одной из главных тем переговоров стало участие финансовой организации в крупных экологических проектах на территории Белгородской области. Сотрудничество в этом направлении началось еще со строительства завода по переработке мусора в Губкине. Областное правительство и флагман при поддержке Сбербанка в прошлом году запустили экотехнопарк – автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год. Создано 250 новых рабочих мест, и это только старт. Сбербанк предложил руководству области совместно разработать дорожную карту по реализации проектов в сфере защиты окружающей среды. Опыт Белгородской области может быть полезен и для других регионов. В Белгородской области есть очень хорошие проекты, и будет здорово, если они будут дальше транслироваться на всю страну. Мы должны и будем поддерживать те проекты, которые позволяют делать среду обитания гораздо более комфортной.